Спасатели едут по городам и весям. 17 мая стартовала просветительская акция МЧС «Добровольная пожарная охрана». Торжественная церемония открытия прошла возле Академии на Аллее Славы. Сотрудники ведомства отправились по городам Ивановского региона, а также близлежащих областей. В программе лекции по гражданской обороне, мастер-классы по использованию пожарной техники. Все желающие увидят выставку спецтехники, посмотрят на работу огнеборцев. Акция приурочена к Году культуры безопасности. Это особенно актуально с началом пожароопасного сезона, а также в период летнего отдыха детей.